мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг, реквием и церемония возложения цветов, посвященную Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа. В День памяти и скорби 22 июня у монумента «Врата памяти» бывшего лагеря смерти собрались сотни людей. Минуты молчания почтили павших в бою и замученных в плену. Мы склоняем головы в память о безвинных жертвах и несем цветы к обелиску. Представителями власти, общественными объединениями и минчанами были возложены цветы. Только что отзвенели последние звонки, и ребята встречали рассвет. И уже в 5 утра им объявили, что началась война. Война – это всегда человеческие потери, кровь, страдания, также боль. Сейчас живем на этой земле, благодаря им. Нужно больше взаимопонимания между людьми. Люди помнили о том, что было раньше, не забывали тех, кто нас спасал. Тоже, чтобы люди просто друг друга понимали, решали проблемы, то есть не войной, а миром.